Канал Град снова вас приветствует. Это 16-й выпуск игры Ведьмак 3. Так, да, это уже третья часть квеста на ощупь. Мы все продолжаем искать хоть какие-либо улики. Таинственный чародей-травник. Где может быть Цири? Так, и что нам надо? А, нам надо отыскать сведения, касающиеся Цири. Что понятно. Это? Зелье, которое я ему дала. Похоже, оно ему пригодилось, он его выпил. Как мило. Так, что тут еще есть? После белого хлада записки. Сундук пустой. Так, и чего? А тут больше, походу, дела больше ничего нету, чем мне надо отыскать. Так, нет, есть что-то еще. Должно быть, он сам сжег эти записки. Охоте на них насрать. Значит, он знал, что вы ищете. А-а-а. Чё же я сразу-то её не заметила? Странно, медальон дрожит, но здесь ничего нет. Что с этой стеной? На иллюзию похоже, да? Это иллюзия, ну, я тоже почувствовала. Да, но в принципе и так это видно. Нечто подобное, и взяла с собой это. И что это? Глаз Нихален. Он рассеивает иллюзии. Сделать его несложно, так что если хочешь, бери. Может пригодиться. Спасибо, кроме ты такая добрая. Его, ты же будешь думать обо мне? Так, ладно, я поняла. Спасибо. Это еще один намек. Какой уже на по счету третий или четвертый намек? Ясно. Просто, правда? Да, весьма. Посмотрим, куда ведет проход. Чувствуешь? Слева поток свежего воздуха. Там, наверное, выход. Хорошо, давай выбираться. Постой, еще же магический светильник. Что магический? Светильник. Эльф обещал его мне в обмен на помощь. И коль скоро он вряд ли сюда вернется, я попробую найти его сама. Если только смогу. Ты поможешь? У меня, походу, дела нет выбора. Ладно, помогу. Ладно, помогу. Отлично, тогда пойдем. Так, получается, на ощупь закончен. А, нет, да нет. Закончено. Глянь. Ничего себе. Я уже думала, это продлится еще дольше. Еще на одну серию минут на 20-25, но нет. Очередная загадка. Нет, вот только загадок мне не хватало. Мне хватило их уже в Resident Evil. И здесь еще, да? Магические... Так, мне надо обыскать помещение, используя ведьмачье чутье. Я знаю, что надо сюда. Покажи. Ты можешь перевести надпись? Я понял, едва ли треть, да и выходит бессмыслица. Надо подумать. Никогда не была сильна в высоком стиле старшей речи. О, трудно. Я переведу дословно, опуская изощренные внутренние рифмы. Да не вопрос, переведи хоть как-нибудь, да. Четверо стражников несли ясное пламя, все в один ряд. Первый не шел с краю. Второй, что шел рядом с первым, играл печальную песню. Третий шел рядом со своим верным зверем. Четвертый не шел рядом с первым, но исполнял музыку, как и второй. И так стерегли они свою королеву, что уснула под звездами. А, зашибись. Да, похоже на загадку. Не похоже, а это и есть загадка, Геральт. Ладно, попробуем решить эту головоломку. Выхода у нас нет. С этим разобраться. Да, будем с этим разбираться. Сейчас я, в общем, ее запишу, чтобы примерно понимать вообще, что от нас требует. Так, этот со зверем.
Зря я это сделала. Я же не знала, что... Ясно, за промах появляется призрак. Да мы сделали что-то не так. Так, я так понимаю, счет идет слева направо, да? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Первый не шел с краю. Что там у нас? Второй шел рядом с первым, играл печальную песню. Шел рядом со своим верным зверем. Четвертый не шел рядом с первым, но исполнял музыку, как и второй. Надо понять правильный порядок. Так, если у нас идет слева направо, 1, 2, 3, 4. Сейчас мы попробуем. Попробуем такую поочередность. 3. Так, 2. Подожди, подожди. Что-то так, произошло. Два. Все, правда, идем правильно, да? Так, нет, вот этот последний игра... Да, вот этот должен быть последний, потому что он... Так, он у нас что? Он у нас тоже играет, да? Не идет рядом с первым, но исполняет музыку, как и второй. Так. Три. Два. Вот сначала вот это 4, да. И вот этот, то есть здесь 1. Получается 3, 2, 4, 1. Получилось. Ну, прекрасно. О, это какое-то эльфское святилище. И на нем тоже ласточка. Жаль, что надписи нет. Знак чайки. Если бы я не знал, где похоронена знак Лара чайки, Дора, то предположил бы, что это ее гробница. Может, это просто памятник? Эльфы не стали бы увековечивать память о ней таким способом. Для некоторых она героиня трагической легенды, но большинство считают ее предательницей, которая получила по заслугам за свадьбу с Крёгининым из Лёда. Может быть, этот эльф в родстве с Ларой? Ну, это объяснило бы, зачем он помогает Цири. Возможно. Возможно. Это ищешь. Ага! Ты нашла то, что искала? Надеюсь, я смогу его включить. Ну что, пойдем отсюда? Я тоже надеюсь, что ты сможешь его включить, потому что я как бы потратил на это 8... Нет, чуть меньше. Может быть, минут 6. Разгадывая таинственные загадки, помогая искать тебе некий светильник. Потому что якобы ты хочешь, чтобы... А, там голем. Ну ладно, надо к нему пойти. Вроде как там много полезных вещей, плюшек с этого голема можно собрать. Очко умения, блин, все никак я не могу заморочиться этими умениями, подумать, что лучше, а что нет. Надо мне по этому поводу, скорее всего, просить Абрамса, чтобы он разобрался и помог мне. Потому что что-то здесь их довольно много. Я особо не всегда прям сильно в них разбираюсь вообще, особенно... Когда умений дофига, не знаешь, на что больше уделить внимание, что больше подходит. Поэтому надо будет посоветоваться мне со вторым игроком. Промазан.
Блин, если слайма только четверть, моя мать, только всего четверть. Хренеть. А он такого же уровня, как и я. Но я что-то ковыряю по нему вообще. Словно палкой в нос. Так, ты только не застрянь, а то он нас там прикончит. Я, конечно, понимаю, что мы, в принципе, могли сюда не идти, потому что выход в другой стороне. Но, говорю же, просто я хочу с него собрать полезные вещички. Я надеюсь, что они полезные и мне когда-нибудь пригодятся, потому что я сейчас особо-то почти ничем не воспользовалась тем, что я собрала. Ну, собираю там сундуков, с трупов, еще чего-нибудь. Поэтому я надеюсь, это того стоит. Потраченного моего времени. Ну не ахти. Он дал, конечно, не ахти. Но здесь еще могут быть сундуки, но что-то я ничего не вижу, ни одного сундука. А нет, есть. Да. Ладно. Есть еще один. Но... тут побольше всего. Чего-то. Так, еще один. Ладно, хорошо. Не все так плохо. Я думаю, что не все так плохо. Мы здесь уже были. Мы уже собрали силу с этого камня. Так, нам надо выходить. И я думаю, что на этом, в принципе, будет закончено, да? Задание на ощупь мы уже выполнили, и магический светильник у нас тоже идем. Будет закончено. Ну, помощь наша, Кейремец. Здесь что-то есть. Да это опять иллюзия. Артефакт, я даже это вижу. Невооруженным взглядом, да? Иллюзия. Интересно, мы с ней еще встретимся? Наконец-то. Но дело того стоило, правда? Ты все-таки узнал что-то о Цири, что-то важное. Ты собираешься на Кривоуховой топе? Угу. Потом обязательно мне все расскажи. Не знаю, представится ли случай. Геральт, мужчины делятся на тех, кто использует случай, и тех, кто этот случай создает. Ясно. Я всегда была уверена, что ты принадлежишь к последним. Кроме того, я хотела тебя кое о чем попросить. Ясно. Но последняя это... просьба. Ну, не последняя, а просьба, короче, у нее еще есть. Ну, загляну, а что делать? Конечно. Обязательно, да. Как-нибудь на досуге. Если такой досуг мне предоставится с нашей-то нелегкой работой ведьмака. Блин, Геральт, воспользовался бы ты ее телепортом, потому что я хз сейчас куда нам идти, и нам, скорее всего, придется вот воспользоваться вот этой лодкой. Плыть далеко, скорее всего. Так, дела семейные у нас снова вернулись. Ну, ясно. Мне надо продолжать искать дальше Тамару, хотя еще есть ведьмы.